Всем привет, друзья, подписчики мои, и мы приехали в Карпаты, где сейчас собираемся в горы на 24 часа по грибы. Купил такую вот корзиночку, чтобы приятно было уже ходить в горы по грибы, так как пошли уже грибы белые. И приехали сюда, вот взял вот рюкзак себе, там котелок какой-то, спальник, где я думаю сейчас полазим, налазимся и найдем, может, в горах там какой-то домик, где там остановимся, переночуем и себе приготовим эти грибочки, которые насобираем. Так как ребята спрашивают, когда там Карпаты, заскучали уже, так как здесь очень красивая живописная природа. А я говорю, тогда, когда пойдут грибы. И вот пошли грибы. И вот приехал в горы, чтобы потом пойти куда-то на рыбалку, на форель, еще куда-то на выживание потом пойдем. Так что будут крутые видео. А мы пошли, ребята, собирать белые грибы. Можно даже идти так и по дороге уже смотреть. Так как я немножко поднялся и уже там видел такого вот краснючка маленького. Так что пошли. Да, Бобка, заскучал? Побегаешь? Зашли в лес, и сразу я вижу такие вот грибочки. Маленькие, пускай растут, может кто-то собирает. Такие вот синяки какие-то. Интересные вот грибы. Также хорошие. Если это мало будет белых, то можно и этих будет набрать. О, видите, шапку оторвал и сразу синеет. Такие вот синяки. И здесь вот. Там вот много. Пошли искать белые. Поднимаемся с Бобкой по дороге в горы. И здесь уже сразу никто не заметил. Вылез маленький, по-моему, белый гриб. Вот, посмотрите. О, да. Какая ножка толстенькая. О, посмотрите. Ого, какая ножка. Шапочка маленькая там торчит. Вот. Сколько гриба еще в ножке. И потому белое вот я вырываю. Класс. Сейчас почистим и покладем. Первый грибок в мою такую вот корзину. Так, может рядом еще есть. Здесь, ребята, над дорогой прям. Так, пошли зайдем. Здесь вот красивый лес такой. Может здесь еще какие-то грибы растут. На этом мху. Фу. Да, Бобка? Присядем, а то тяжело эти горы. Так, почистим. Сразу, чтобы не было этой грязи, песка у нас в корзиночке было чисто. А, Боба гоняет, блин. Ох, чистенький. Не червивый, это классно. Как там, Бобка? Иди сюда. Довольный? В Карпатах побегать. Все, ребята. И кладем в корзиночку нашего первого грибочка белого. Думаю, насобираем. Главное попасть на полянку какую-то. Все. Пошли собирать дальше. Подниматься в горы. Сегодня, блин, налазимся, километраж пройдем хороший. Опа, ребята, нашел здесь бабки. Ну, это такие вот грибы, блин. Охота здесь белые насобирать. Такие грибы я и у себя могу насобирать. Так. А здесь краснючка я нашел. Вот такой красивый, шапочка такая. О, это неплохие грибы. Их высушить, может, возьмем. Червивая ножка, ребята, так что выкинем. А так шапка красивая. Фу, ну очень круто так пойти по грибы. Да, вообще какая червивая, потому что они мягкие, блин. Но слабо, блин. Людей много раз увидел, человек 7 мужиков спускалось, потом двое. Такие, блин, целые торбы, блин. Места тем более знают. Пособирали, блин, уже везде.
Ну ничего, полазим. Я думаю, найдем полянку и свою. Поляну, ребята, нашел. Красничков. О, хорошенькие. Сейчас наберем полкорзины. Такие вот хорошенькие. Так, сейчас только почистим эту шапочку от этих белых цяток. Все, и будет краснючок. Все, такой вот красавчик. Посмотрите. Это мухомор, ребята. Это плохие грибы, когда вот такие шапочки в гармошка. Вот гармошка. А у белых такая, как мочалочка. Это хороший. Они все почти хорошие, у кого мочалочка. Фу. Блин, слабо. Что-то поднялся уже так хорошо. И хороших нету. Пособирали, блин, эти уроды. Вот, ребята, маленький. Поднимаемся. И понад дорогой растут такие вот хорошенькие беленькие карпатские грибы. Какие они вкусные. Пожарить, отварить, закрыть. Класс. Краснючка попался по дороге. Все, краснючка можно отрезать, так как у них ножки небольшие. Ха, классный. Вот такой уже. Начало есть. Пошли здесь так. Красиво, мох. Может и белое встретим. Фу, поднимаемся, ребята, по дороге. И нашел еще вот пару краснючков. И вот так смотрю так. Или там есть грибы. Заходил так. И, по-моему, белый. Шапочка. По-моему, да. Вылез, я заметил. Не прошел мимо. Вот это красавчик. Так. Ох, какая ножка здесь. Раскинул этот мох. Так, как-то его вырвем. Ничего себе, какая ножка. Бобка, посмотри, иди сюда. Какой я гриб нашел. Иди понюхай. Вот такие ищи. Понял? О, посмотрите. Какой красавец. Какая ножка еще в бок идет. Хорошая. Класс. Первый хорошенький. Белый у нас, ребята. Фу-фу-фу. Нашел такой вот грибочка. И сразу уже такой вот интерес пошел. Охота еще найти каких-то хорошеньких. А то растет такой возле дороги. Так, пошли. Будем уже искать, ребята. Зашел уже в лес, так как поднялся. В горы высоко. Пошли. Думал, гриб, а то на дереве. Вот какой-то гриб. На сухом дереве. Стрёмненький какой-то. Надо попробовать. Или съедобный. Фу, ядовитый какой-то. Ребята, нашел просто обалденного гриба. Какая красота. Насколько это красиво, живописно. Какая ножка. Вау. Ничего себе. Вот такой вот. Вот это просто красота. Ребята. Это гриб. Белый. Вот это карпатские грибы. Класс, как нарисованные здесь. Какая живописная природа, грибы. Супер. Пошли искать дальше, ребята. Ох, нифига себе. Вот это гриб. Белый. Это, наверное, мой самый большой гриб белый, который я находил. Ох, какая ножка. Наверное, червивый. Да нифига себе. Посмотрите, ребята. Вот это грибище. Какой огромный. Шапка просто бомбезная. Как голова, блин, почти. Такой, блин, гриб, блин. Класс. Сейчас посмотрим. Или не червивый,
мне кажется, что червивый уже отрежем. Или берут, там сушат. Нет, по-моему. Нифига себе. И не червивый. Какая красотища. Это просто нереально. Такого гриба нашел. Думаю, поставил это рюкзак, корзину пройдусь. И торчит такой гриб. Потому что здесь поменьше нашел. Класс. Фу, ребята, поднялись. Немножко так по дороге даже нашли грибочки хорошенькие, белые. Сейчас отдохнем, попьем водичку немного. Может, какое-то найдем джерело, наберем этой воды такой вот карпатской, чистой. А здесь, посмотрите, три гриба нашел. И уже, блин, почти тебе корзина. Ничего себе, и вес уже сразу чувствуется такой. Какая красота. Так что сейчас отдохнем. Здесь так мох, красиво. И пойдем дальше искать белые грибы. Так что начало есть. По дороге, можно сказать, пока вот подымались, то вот столько вот нашли. Вот еще маленький. Опа, а здесь еще. Посмотрите. Возьмем вот этого, а эти пускай растут, кому-то будут. Этих я и не увидел. Вот, какой красавчик, беленький. О, класс. Мышка погрызла немножко. Вот, ребята, грибочек. Красивый, на корне вырос. Вот такой вот здесь. Посмотрите, красавчик. Ох. Класс, какая ножка. Краснючки, ребята, два нашел. Красивых. О. Класс. Опа, а там еще один маленький. Так, этот режем, а тот пускай растет. Может, кому-то будет. Боб, не наступай на грибы. О, два краснючка. Ох, какая шапка. О, и ножка хорошенькая, толстенькая, вообще красавчик. Так, не червивый? Нет, чуть-чуть. Вот это красотища. Классный краснюк. Ребята, нашел полянку краснючков. Вот два. Такой присел, смотрю, там здоровый один. Вот здесь, вот там еще. Потом вот, вот в бок еще один краснюк. Вау, там, там. Здесь два. Какая красота. Так, может еще там где-то подальше. Берем, ребята. Срезаем таких вот красавчиков. Ого. Нашел полянку наконец-то. Конечно, хотел белых найти полянку, но может еще найдем. Так, где-то. Вот, красавчики такие. Красота такая. Не червивые. Вот это наберем грибов. Здесь такие вот маленькие. Красота просто нереальная. Какой получаешь кайф. Так, маленький, по-моему, червивый, а побольше нет. Так. И здесь, по-моему, я вот вижу красавчика. Не червивый. Вау, обалденный. Так, там вот молоденький, хорошенький. Целая полянка. Так, сейчас еще посмотрим. Может, еще рядом где-то есть. И пойдем дальше искать. Вот это красота. Иду рядом. Нагнулся посмотреть. А здесь сидит еще один. Такой вот краснючок. Вау. Старый, конечно, уже. Жаль, уже червяки его хавают. Но какие красавчики. Так, посмотрим. Ну, так, да, червивый, ребята.
Пошли дальше искать. Здесь, ребята, полянка Краснюков. Вау, просто. Только уже какие-то старые видно. Да, блин, жаль. Но какая красота, как нарисованные. Шапка хорошенькая. Шапку возьмем. О! Срезал вот этого большого вот краснюка, то здесь вот наступил на маленький, не заметил даже, когда и шел. Вот срезал нечервивый, классный, и вот в траве спрятался еще один такой. Ножка, конечно. О! Вот это хорошенькие. И шапку ту возьмем. Нашел поляну здесь, ребята, краснюков. Посадочки на горе. Так, посмотрим. Хорошенький. Прошел немножко. И есть, и есть. Вот это я люблю. А не когда ты лазишь и ничего нету. Как рыбалка. Сидишь, ничего нету. Вау, ребята. Посмотрите на эту красоту. И вот какие два краснючка огромных. Так, чтоб не червивые были. Вау, по-моему, нет. Да. Вот это два краснючка. Вот это да. И там еще маленький. А, это бабка. О, и там маленький. Хорошенький. Заглянул под кустик. И есть краснючки. Молоденькие, хорошенькие. Вот один. Вот второй. Также полянка должна быть. Так, вот третий спрятался. Небольшой. Так, может, еще где-то рядом любят расти. Так, пошли посмотрим, ребята. Трава густая просто. И прячутся здесь уже на горе. Ребята, нашел джерело на вершине горы. Посмотрите, какая здесь вода чистая. Блин, чтоб были какие-то бутли, набрал бы. Но их спустить, блин, вот эта водичка чистая, живая. Вот это и здоровье. А, класс. Ребята, нашел огромного еще одного белого гриба. Идемте, покажу вам эту красоту. Вау! Это что-то нереальное. Какой белый. Огромный. Красавчик прям. А вот еще один. Посмотрите, какая ножка. Вау! Вот это белый. Вот это красавец прям. И здесь такой вот беленький. Вау! Я нашел поляну белых. Я еще такого никогда не находил. Чтоб такие вот белые красавцы. Тут, наверное, уже старый. Вау, это самый крутой поход по грибы, ребята. Класс. Здесь такой вот хорошенький. Так. Посмотрите. Красавец. И вот здесь. В ветках так. Спрятались. Вау.
Красавчики такие. Вот и червивые. Но все равно поляна белых, таких огромных. Да, это, наверное, уже старый, видно, по шапке уже начало гнить. Да, ну а те, сейчас посмотрим. Фух, на одном месте, посмотрите. Это да. Вот это красота, ребята. Может, еще рядом где-то есть мухоморы. Сейчас пробежимся, глянем. Фу, вот это красота. Эмоции, впечатления просто нереальные. Фу, пошли. Отдохнем и пойдем дальше. Фу, налазились. Насобирали грибы немножко. Еще вот на полянку красничков нашел. Там их насобирал. И поклал целую кучку. Завтра утром будем идти, то заберем, а то целая корзина, таскать их. Фу, и вышли, вот нашли, ребята, домики. Поляну такую. В горах здесь, посмотрите, где жили люди старые. Или приходили на покос, или здесь каких-то овечек выпасали. Пошли посмотрим, где мы, может, переночуем. Здесь так покошено, красиво. Если открыто. Это домик, сарайчик. Очень здесь красиво. И пойдем еще, может, здесь по грибы посмотрим. А то посадочки такие вот классные. Фу, как живописно на вечерок. Вот погода, солнышко. Вау. Посмотрите, какие краевиды. Так. Кто-то есть в домике, Бобка? Кто-то есть? Вау, кровати есть. Посуда, чайник, миски. Класс. Хоть у нас котелок есть. Как здесь красиво. Сюда можно приехать жить даже. Так, открываем, ребята. Вроде замка нету. Заходим. Фу, такой вот домик здесь. Класс, что нет замка. Вау, какие кровати. Здесь целая компания можно быть. Можно даже печечку затопить, если прохладненько будет. Но сейчас нормальная погода. Так, свеженько, хорошо. Так, сковородка нам надо. И миска, посмотрите. Есть какая-то сковородка. Так, я хочу пожарить белые грибы, отварить. Костерчик на улице сделаем, смотрю. Кастрюльки, кружечка. Класс, такие вот старинные образы. Фу, кидаем рюкзак. Ребята, это крутяк. Упасть. О, ноги вытянуть. Налазились. Где мы будем сегодня здесь спать? Здесь так уютно, классно. Я взял еще спальник. Так как смотрю, здесь и одеяло, пледы есть. Сейчас немножко отдохнем и пойдем на вечерок. Себе приготовим грибочки, отварим, почистим, пожарим. И себе здесь переночуем, а завтра утром уже пойдем домой. Это класс, в горах, свежий воздух. Это красота. Так себе просыпайся и такой краевид, горы. Обалденно здесь. То, что я и хотел приехать, то, что я вам, ребята, говорил, и пойти в горы, найти какой-то домик. Еще нашли с такими апартаментами нефиговыми. Пледики, подушки, одеяло. Можно было и не тащить спальник. Фух, класс. Отдохнули, ребята, и вышли с Бобкой вот баловаться. Бобка довольный. Здесь травка, газончик такой. Он нагонялся, нагулялся. Вот Бобка, все, не балуйся, вредный. Лежи, все. Ты что, не догонялся? Нифига себе. Дай мне хоть чуть-чуть этой энергии, чтоб у меня уже 10 корзин было бы белых. Вот Боба. Фу. Фу. Не балуйся. Фу. Баловался с Бобкой. Вот так вот.
Вот так вот. Довольный на природе. Самый счастливый пес в мире. Да, Бобка? Потому что всегда природа, приключения. Молодец! Довольный такой. Все, не балуйся. Все, не балуйся. Побуду вот так мучкать. Вот так. Все, все, не балуйся. Фу, пошли разводить костерчик. И себя будем чистить, готовить грибочки. Нужно пойти это, спуститься где-то, набрать воды. А то я там набрал немножко бутылочку. Нам нужно побольше и помыть руки, и отварить. Налил Бобке водички, так как он нагонялся, хочет пить. На, Бобка. Водичку пил, да? Захотел. Нагонялся. Там у меня шейки заморожены. Сейчас я тебе еще дам. Молодец. Фу. А мы пойдем сейчас это веток каких-то насобираем. И разведем здесь костерчик. Калина здесь такая. Можно чай сделать с калины. И яблочки еще такие вот. Люди жили. Выпасали, видно, здесь овечек в горах. Вот здесь такой, видно, сарай, где их держали. Сейчас посмотрим. Фу. Пошли глянем. Так, может, какие-то дровишки есть. А, бревна. Да, видно, какая-то шерсть от овечек. Здесь вот стригли их. А вот сено косили, ставят вот эти такие вот ветки. И насыпают наверх, чтобы не гнило, быстро высыхало. Фу. Здесь вот. Опа. Ножовочка. Можно порезать будет что-то. О, стульчик. Ребята, это класс. Присесть и готовить. Фу. Сюда бы пришел бы так вообще пожить. На 2-3 суток. Классно. Налазились. Это, конечно, круто. То, что и хотел. Найти потом какой-то домик, остановиться. Себе целую корзину белых насобирали. Себе почистить, приготовив белых. Немножко там дров пошел, насобирал. И сейчас вот почистим, отварим. Еще пару луковиц взял. А потом пожарим. Потому что белое это настолько вкуснятина. Такие вот массивные ножки такие вот. Вот это поход. И завтра, я думаю, с утреца, ребята, также отдохнем. И я думаю, пойдем также, так как здесь посадочки такие. Еще пойдем по обратному пути, я думаю, пособираем какие-то грибочки. Фу. Так что берем, чистим. Нарезаем. И сейчас разведем костерчик. А то так, фу, прохладненько уже становится в горах. О, вот так поставим потом котелок. И нарезаем такие вот кусочки. Это класс. Ох, какая ножка, блин. Вот это попал на полянку в конце. Офигел просто. Так что чистим, ребята. Нарезаем. И пошли разводить костерчик, так как прохладненько в горах. Но мы не замерзнем. У нас есть спальник. Там куча одеял, пледов. Укутаемся. Свежий воздух. Это класс. Выспимся. Боба. О, здесь должны быть. А то Боба побежал туда вниз за кем-то. Какие-то косули будут лазить здесь. Животные, так как здесь в горах. И медведь даже может прийти. Здесь опасненько. Чтоб сейчас на запах не пришел. Так как здесь в Карпатах медведи есть. Все, развел костерчик.
Начистило столько гриба, взял 3 гриба и целый котелок у нас грибов. Сейчас отварим, а потом, я думаю, туда кинем лука и там в этом котелке прожарим, и будет вкуснятина. А с утреца, я думаю, еще пойдем пособираем по посадкам. Здесь рядом белые грибы. И насобираем. Целую корзину еще принесем домой. Там себе. И посушим, и также и наварим, и нажарим. Это красота. Боба куда-то погнал. Неспокоен здесь, так как здесь, блин, какие-то звуки постоянно. Сидел, лежал, гавкал, так как здесь, блин, и волки, и рыси, и медведи, блин. Здесь опасно. Здесь уже в горах, в Карпатах есть что хочешь. Фу. Класс, ребята. Такой вот у нас поход сегодня. Пошел, взял каких-то пару сухих досточек, а то эти ветки влажные, распалил побыстречку. Класс. И посидеть возле костерчика. Тепленько. Фу, красота нереальная. О, покипело. Боб, иди сюда. А то тут всякие звери кричат. И Боба нервничает. Так, солим. И берем лучок. Сюда нарезаем. Покипело немножко долго, потому что пока вот вода выкипит. Уже такое густое, как каша. И добавляем лучка. Еще обжарим, так как та сковородка такая вот маленькая, кривая. И так еще их протушим. Пускай вода выкипит полностью. Все, и будет вкуснятина. Можно уже, кстати, кушать. Их сразу можно себе на сковородочку и жарить. Вот эта вещь. А! Класс. Все, будем кушать нашу вкуснятину такую. Белые грибы, которые мы вот насобирали. Хлебушек у меня еще есть. Бобки кинул вот шейки. Хрумкает. О! Это нам будет на утро. Пол котелка белых грибов. О, блин, на горе так прохладненько. Но хорошо, что нашли домик, себе спальник, есть там одеяло. Все, укутаемся, и я думаю, будет нормально. Будем кушать наши грибы белые. Вот это класс. Чтоб их еще побольше прожарить на сковородочке с лучком, чтоб выпустил полностью этот сок грибы. И была бы вообще вкуснятина. Ну и так, класс. Ну, Бобка, ты будешь грибочка? О, и на утро будет. Очень вкусно. Так что сейчас кушаем и пойдем отдыхать, закутаемся. Вот это будет класс, свежий воздух. Выспимся. А, Бобка? Так что кушаем. Потемнело, и сидим с Бобкой возле костерчика. Фу, греемся, так как ноги намочил, немножко влажные, носки. То вот подсушим и пойдем отдыхать, закутаемся. Да, Бобка? Фу, класс, ребята. Так что всем спокойной ночи. Всем доброе утро! Фу. Выспались, закутались. Так, в нос, конечно, холодно. Здесь воздух холодный. Но какая сейчас красота! Проснулись, чтобы вот встретить рассвет. Солнышко сейчас будет вставать из-за гор. Видно, там туманчик еще в горах. Да, Бобка, как тебе? Красота здесь? Нагулялся вчера. Фух, класс, ребята. Сейчас встретим рассвет
И пойдем, я думаю, еще немножко по посадочкам. Там себе по обратному пути пособираем грибочки. Может, еще найдем какие-то белые. Вот это поход. 24 часа в горы насобирали. Попали настолько грибов много. Себе приготовили, переночевали здесь вот в таком вот домике в горах. Здесь просто нереальная красота. Так что, кому понравилось такое вот видео, 24 часа в горы, в Карпатах, по грибы, то пиши, ставь лайк. Всем пока!